Welcome back, Master Hawk. What can we do for you today? Here's two sovereigns. I want the best you've got. Certainly, Messer. Our companions are in the lounge. Choose whomever you like. I am a repeatable encounter, you know. Чудо не случилось. Все обещания, посулы, заверения BioWare, если не оказались пустыми словами, то, как минимум, оказались заметным преувеличением. Можно попробовать найти оправдание. Издатели торопили разработчиков с релизом, а те пытались угодить всем. Это не имеет значения для нас. Представляем вашему вниманию видеообзор Dragon Age 2 на Playground.ru. Очень трудно найти какие-либо положительные стороны в Dragon Age 2. Здесь все всегда чуть хуже, чем в первой части. Разве что стоит отметить общее старание и стойкость BioWare. Столько времени и сил потратить на невразумительное, черти что, умело замаскированное под RPG. Это действительно нужно постараться. С таким же успехом к этому жанру можно причислить целый ряд нестандартных шутеров. Ситуация напоминает тот крах, что случился со второй частью Mass Effect. С одним серьезным отличием. В Mass Effect было то, что можно было назвать историей. А в Dragon Age 2 сюжета нет. Вообще. Похоже, его и не планировали. Нет того страшного и грозного врага, который где-то там, за горизонтом, планирует свои мерзкие злодейства. Или очередная типичная для фэнтезийного мира угроза чернейшего нашествия зла. Или просто наличие цели у героя. Нету. А что есть? Набор разрозненных и однотипных квестов, которые забываются сразу же по завершению. Аморфный герой без особых желаний и намерений, который, даже разбогатев и поселившись в особняке, радостно позволяет собой помыкать даже малым детям. «Дядя, спаси котенка, я тебе конфетку дам!» «Ура, у нас будет конфетка!» «Топ-топ-топ с места в галоп!» Герой, да уж. Кстати, вот почти все задания именно таковы. «Товарищ Хоук, пишет вам сирота из Нижнего города, к ноге!» И Хоук преданно несется навстречу. «Товарищ Хоук, нужно пойти туда, убить там всех, по исполнению доложить». Хоук с языком на плече, по колено в крови, режет всех подвернувшихся бедолаг, исполнительно докладывает, получает поощрительное похлопывание по холке, несется на очередной вызов. Редко-редко в этом месиве серого уныния пробивается росток розы. Определенный интерес может вызвать довольно длинный квест про убийцу с белыми лилиями и романтически комедийная история одной из героинь. Все прочее... Черт, а что я делал вчера вечером? Спасал или спасал? Ну, кажется, убил кого-то. Много раз. К слову про убийство. То есть, боевую систему. Ну, она почти не изменилась. То есть, изменилась, но, как и все остальное, в худшую сторону. И дело даже не в том, что теперь почти все персонажи, кроме, наверное, воинов, прыгают и скачут, словно в аниме. Все танцуют, кувыркаются, машут ногами. Ладно, пусть их. Пускай от какой-то реалистичности ничего не осталось. Но почему же в самих битвах такой дисбаланс? В одной битве моментально всех превращаешь в кровавую лужу. В следующем же бою все наоборот. Приходится потеть и как-то думать тактически. Хотя в любое другое время тактика не важна, ее нет. Вся тактика заключается в том, чтобы не давать магам помереть. Потому что враг в буквальном смысле появляется из воздуха, падает на вас из пустоты, окружая не потому, что ему это позволили, а потому, что так задумано. Именно поэтому ячейки тактики, позволяющие задать алгоритм поведения персонажа в бою, и так редко используемые, полностью потеряли смысл. Нужно постоянно и вручную контролировать каждого, а то, какую бы удачную последовательность поступков ему не задали, сдохнет. Простите за повтор, потому что тактики тут в принципе больше нет. Но ведь не это главное, правда? Ну, каша на поле боя, ну, с сюжетом все грустно. Это же RPG, будем отыгрывать роль, выбирать свой путь. Ага, сейчас. Тут даже не дадут экипироваться по собственной воле. В смысле, самого Хоука можно одеть в любые шмотки, но его спутников нет. Их броня прикипела к телу, замене подлежит только оружие, и то не всегда. Только колечки-амулетики. Интересный ход. Что хотел сказать этим художник? Дальше больше. Отыгрыш роли? О чем речь, если ваш стиль поведения почти ни на что не влияет? Если что-то должно произойти, оно произойдет, что бы ни говорил Хоук. Вернее, как?
Можно корчить мину гнева и орать на всех подряд, или лить патоку, подлизываясь к окружающим. Разница малозаметна. Только спутники начнут чуть иначе относиться к герою, что тоже, в принципе, ничего не меняет. Наверное, недовольного персонажа не удастся соблазнить. Но стараться ради короткой кат-сцены с пуританскими объятиями и неуклюжими поцелуями с последующим затемнением... Нет, такого желания нету. Зато во всех остальных случаях кат-сцены одуряющие длины, бессмысленны и беспощадны. Они на каждом шагу. Часы трёпа ни о чем, с выбором настроения ответа а-ля Mass Effect, с неизменным ракурсом камеры в стиле «чтобы на весь экран морда», со всякими встречными поперечными. От этого хочется бежать. Но куда? Тут сплошные коридоры, одинаковые, ужасные планировки улицы, безвкусно меблированные особняки. И все это на десятки локаций. Понимаете? Все 30 или сколько там часов вы будете бегать по десятку одних и тех же локаций по кругу. Это все в пределах одного небольшого городишки и его окрестностей. Пару раз дадут вырваться на свежий воздух, если можно так сказать. Пустят прогуляться на глубинные тропы. Если у кого-нибудь есть клаустрофобия, приступы паники, удушья, подавайте в суд. Говорите, что вас довели разработчики Dragon Age 2. Верное дело. К тому же выглядит это... странно. С одной стороны, вроде все красиво, симпатично. Почти не хуже, чем у конкурентов. С другой, неожиданное обилие уродливых моделей и отвратительного дизайна всего. Зря мы это ждали. Почему-то никто не сомневался, что вторая часть будет, если не лучше, то на уровне первой. Как такое могло случиться? Алчный злой издатель? Желание авторов прогнуться под всех и каждого? Ну, простите, всем мил не будешь, кровать сломается. Удачи и до встречи на Playground.ru.